Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саудитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопиджано Самаюктам Бинда Ванам Манухарам Ванчакалпатаруваша кипасинду бевача Патитанам павуне бхавишна бибью наму намаха Мукам кароти вача ланг пангун ланг хайтагирам Ят кипатам ханг банди парамананда мадамам Вриндавай тулсидев байпиявай кисвасвача Шна-бхакти-паде-деви саттва-ваттвай-наму-намаха Нараяна-намаскритта-нарам-чайва-нараттамам Девинг-сварасватинг-вясам-тато-жайо-мудире Саңкиртане-кришна-катхо-падеша Гаурия-патрашо-пракасанеча Садану-ракта-гуру-бхакти-югто Бхакти Прамодакша Джагод Варуна Дхейям Сада Парибхавагнам Авишчадухам Титас Падам Сива Виринчанатам Сараньям Битатихам Панатопалла Бхавадипутам Банде Махапурусвате Чаранарвиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Виспуржита кмапикабоду свадарш, пурнанурагараса сагара сарамурти, сарадхикамай кадам кипам кироша. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита бхужау канака будатау Санкетанай капитару камала ютакшо Вишамбару диджабару жугодхарма палу Банде ягат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Муктин ча муктин ча дада синитам Бхавану рупе на сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гоури нирантара вибушита бам бхагам Нараяно прияманангу мада пхарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Вагиша Джошва Бадане Лакшмир Джасача Вакшаси Ясастхиде Самбид Вам Нишингамахам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари,
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Jivai gato achyuta vikarsati ma vitipta Srishno annato hastak udaram sravanam kutaschit Grano annato haschapaladrikka chakarma saktir Bahavau sapatna ivo ghapatim lunanti Jivai gato achyuta vikarsati ma vitipta Srishno annato hastak udaram sravanam kutaschit Grano annato haschapaladrikka chakarma saktir Bahavau sapatna iva ghipatin dhunanti Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru told Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что этот материальный мир – это место испытаний, сложных испытаний. И вот Гаудия Гоштхипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад сказал, что этот материальный мир – это место наших болезненных испытаний. И если мы не сможем пройти эти проверки, то тогда мы не сможем совершать Харибаджан совершенным образом. И вот мы должны увеличить наше терпение, наше смирение, чтобы мы смогли найти гармонию со всем миром. На самом деле суть в том, что Шрила Прабхупада говорит, почему люди страдают, а потому что они надеются что-то получить от других. И это наша главная проблема. Шрила Прабхупада говорит, этот материальный мир – это место наших болезненных испытаний. А если мы не сможем пройти все эти испытания, то как мы сможем совершать Харибаджан? И вот в этой шлоке говорится, что мы можем обнаружить, что пока мы живем в этом материальном мире, мы должны терпеть все, поскольку, согласно третьей шлоке Шикшаштаки Шри Чайтанья Махапрабху, мы должны терпеть все, страдать от влияния различных гун материальной природы, поскольку майя может сделать все. И вот Шрила Бхактивинода Такур в Баджхасе пишет детально то, что мы должны То есть, если мы надеемся что-то получить от кого-то, то тогда это будет болезненным, болезненно для нас. И в этом главная проблема. Шрила Прахлад Махарадж говорит в этой шлоке, что мы думаем, что Харибаджан очень прост, поскольку мы сахаджи. И многие думают, что Харибаджан очень прост, но если я приведу примеры, то тогда вы сможете понять, что те, кто обманывает вас, и вы должны быть очень осторожны относительно их. Харибаджан, он очень сложная задача, не так прост, но все же Харибаджан – это естественная функция нашей души, это действительно так. Но чтобы обрести победу над майей, в этом главная проблема. С анартхами, если мы пытаемся совершать Кришна-бхаджан или Рагануга-бхаджан, мы пытаемся делать все с анартхами. Но мы забываем простые вещи до тех пор, пока мы не станем успешны в том, чтобы избавиться от анартх, то мы не сможем даже войти на путь Харибаджан. А мы думаем, что
только последняя шлока из Расалилы, вот эта шлока может помочь нам, но это не так, поскольку люди забывают объяснить эту шлоку, то, что главное Шрадха Нитьям, что такое Шрадха, Шрила Кешава Госвами Махарадж объяснял, и другие, мы, к сожалению, игнорируем это важное слово, и скрыто мы пытаемся стать гопи. И в этом главная проблема. И вот Прахлад Махарадж. Говорит, что мои органы чувства не находятся под моим контролем. Мои органы чувств двигаются туда и сюда. Язык стремится в одну сторону, уши в другую, глаза в третью. И вот все наши органы чувств, они тянут нас в разные стороны, мы поэтому не можем сконцентрироваться на лотосных стопах Верховного Господа. И мы, и вот таким образом мы не можем контролировать свои органы чувств. И как это возможно для меня достичь стабильности в совершении Харибаджана? В этом главная проблема. Но мы не думаем об этом, к сожалению. Вот Прахлад Махарадж что говорит? Бахаво сапатно иво дихапатем гюнан. You know, all my ears, и вот все мои уши, глаза, все органы чувств, панча, кармендри, панча, гинендри, они всегда приносят нам какие-то проблемы, как подобно тому, как домохозяин, у которого 5 или 10 жен, и эти жены тащат его каждый в свою сторону. И вот Прахлад Махарадж рассказывает свое тяжелое положение, чтобы дать нам урок. Это не значит, что Прахлад Махарадж какой-то бесполезный. Нет, Прахлад Махарадж, он дает нам пример, в какой ситуации находятся обусловленные души, и также Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами пишет детально, но никто не хочет обсуждать все эти вещи, многие хотят перепрыгнуть. Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакура дает наставление всем обусловленным душам, те, кто пытаются совершать харинам, пришли к садгуру, иногда к садгуру случается, но есть решение этому. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, каждый день все гаудия преданные, они должны читать читание Бхагавата. Каждый день они должны читать читание Бхагавата. Даже если вы хотите читать читание Чайтамриту, то Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, нет, лучше сначала читайте читание Бхагавату. Но никто не заинтересован в этом. Шрила Бхактивинода Тхакура столько наставлений дает, и мы думаем, что Кришна Бхаджан очень прост. Но можно вспомнить, я хочу отвлечь ваше внимание к той части, где описывается в Шичитане Чайтамрите, в Матхья Лили, в середине, в 19 глава, 144-148 стих, на бенгале это написано. И вот там на бенгале говорится, но очень просто понять, не зная бенгали, и вот Кришнадас Кавирадж Госвами, он хотел показать нам состояние обусловленной души, кто может совершать, кто может совершать Кришна Бхаджан. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами говорит такие слова. Бедонишча мадде ардхек бедмурке мухе мане
Беднишиддо папкаре дхарма нахи гоне, дхармаачари мудде бхуту кармунишчо, коти кармунишчо мудде агьяни сешто, коти гьяни мудде хай агьян мукто, коти мукто мудде дурлаб агьишна бхакто. You can go through this world. И вот этот стих с середины читания Чайтамриты. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами, он показывает, он сравнивает в этом стихе о том, что есть много джив, кто-то в форме неподвижных существ, кто-то в форме подвижных, те, чье сознание более проявлено. И вот те подвижные живые существа, их сознание превосходит тех, кто в неподвижной форме жизни. И вот здесь перечисляются эти виды живых существ, водоплавающие, звери, люди. И после этого Кришнадас Кавирадж Госвами, он говорит, что среди всех них люди, количество людей мало. И то среди людей много всяких подвидов, млечи, пулинды, которые в лесу живут, в джунглях какие-то, ну, низкокастовые люди и прочие, прочие, много категорий людей. И среди них, если кто-то имеет веру в Веды, то это также половина из них только на словах говорят, что они верят Ведам, но не сердцем. И вот такие люди только на словах говорят о своей вере, а на практике ее нету. А как мы можем так судить? А по их поведению, то, что они делают все в противоречии с ведической культурой, занимаются грехом, который не одобрен ведами. То есть их следование только на словах, они не думают, что то, что они делают, это адхарма, безбожие. И те, кто следует какой-то дхарме, поскольку определение дхармы отличается от человека к человеку, есть много дхарм. Кто-то говорит о мана-дхарме, кто-то о социальной дхарме какой-то, кто-то о телесной дхарме, кто-то об умственной. Но Бхагава-дхарма, она уникальная, эксклюзивна. Кто среди нас следует Бхагава-дхарме должным образом? В этом главный вопрос, что говорить о Рагануга-бхакти. Я не говорю о столь высоких темах. Кто следует просто дхарме? Большинство из них, они карми. У них, они думают, что они делающие, что они карми, и среди тысяч, точнее, среди десятков миллионов тех, кто следует карме, среди них гьяни, один гьяни на эти десятки миллионов кармачари, они лучшие. Как понять, что кто-то гьяни? Я не говорю о тех, кто является нирвишеш гьяни. Но в Гите Бхагаван Шри Кришна говорит то, что и вот сам Шри Кришна говорит в Гите, что после бесчисленных рождений мы рождаемся и умираем. И вот после многих рождений и смертей, тот, кто подлинный гьяни, значит, те, кто имеет
безличное... А, то есть те, кто имеют безличное представление о Брахме, это не подлинное гьяни. Мампрападенте в этой шлоке значит те, кто принимают прибежище у меня, те, кто поклоняются мне. Мампрападенте значит, что те, кто преданы ему, Верховному Господу. И вот мампрападенте значит, моим... Господь говорит, что его лотосными стопами. Тут вопрос безличного Брама не возникает. Господь, Он олицетворенный Брама. И вот Васудев, Он присутствует везде. И что бы мы ни видели, что мы видим, нет ничего, кроме Васудева. Я уже сказал вначале, что мы чувствуем боль, поскольку мы надеемся что-то получить от кого-то, поэтому мы чувствуем какую-то боль, разочарование. Если кто-то оскорбляет нас или игнорирует, почему мы чувствуем боль? Поскольку у нас нет такого даршу Кришна везде. Может быть, кто-то игнорирует меня, оскорбляет. А почему мы не видим желания Кришны в этом? Может, Кришна хочет проверить нас и поэтому оскорбляет. Почему бы не посмотреть на это с другой стороны? Может так быть. Гуру всегда хочет проверить нас. Если мы хотим находить недостатки в других, это плохо. И это хорошо, если мы сможем исправить себя. Если мы думаем, что наш, например, что наш супруг любит меня, то это один из видов привязанности. И может Кришна проверяет нас, чтобы избавить нас от нашей привязанности к материальному миру, чтобы мы смогли принять прибежище у Кришны и Гуру Вайшнавов. Это наша ошибка, что мы ожидаем получить любовь от кого-то. Любовь, она чистую любовь нельзя найти к этому материальному миру, она неприменима, но мы пытаемся найти любовь в этом мире. И вот наша ошибка в том, что мы хотим, то, что мы ожидаем что-то от других, и если мы сможем видеть, что все прямо или косвенно совершается Кришной, даже Дурьотхан, он был вынужден признать это перед смертью. Даже этот дурной Дурьотхан, олицетворение, воплощение Кали, он тоже был. Janami adharmam nochami nipritti tayarisi kesheri sthitana jathan yuktosmi tathakarma. Directly, indirectly, everything, maybe it is one kind of testing. Все прямо или косвенно делается Кришной, поэтому... Если нас кто-то оскорбляет без видимой на то причины, то мы должны видеть это в свете того, что Кришна, Он проверяет нас. Но мы не можем видеть Кришну, Васудева везде. Кришна, сам Кришна говорит, что такой саду очень редок, что говорить о Рагануга Бхакти. Если я принимаю что-то от кого-то, беру что-то у кого-то, то, как правило, такой человек гневается, но те, кто заняты подсчетом прибыли и убытков, to businessmen, they cannot give for any good project.
И, к сожалению, можно иногда наблюдать, что какие-то люди в одежде саду собирают деньги, на могут дать взаймы каким-то родственникам на какие-то хорошие дела, ни копейки не могут дать. И поэтому... И поэтому те, кто настолько привязаны, как они могут совершать Рагануга Баджан? То есть иногда можно видеть, что некоторые люди даже в одежде саду не могут видеть Кришну везде, а только заняты по подсчетам прибыли и убытков. Иногда такие люди даже посты ачарьи занимают. Хотя Бхагаван Шри Кришна в Гите говорит такие слова. Что такое Махатма Саду? Он очень-очень редок. И в Гите опять Бхагаван Шри Кришна говорит. I should speak it fast. Manusvanam sahasreshu kashi jatato jatati siddhaye jatatam upi siddhyanam kashi mam vetti tattato. Manusvanam sahasreshu kashi jatati siddhaye. Who is trying from heart? Тот, кто пытается всем сердцем на 100% с огромной искренностью, кто пытается всем сердцем стать совершенным, имеется в виду обрести бхакти-ситхи. Бхагаван Шри Кришна говорит, что таких людей и очень мало. Как Яду пытался, искренне пытался, ну и вот среди таких подобных, тот, кто знает мою татву совершенно, кто татвавид, и вот среди них, и вот кто знает эту татву совершенным образом, поскольку кто-то, не зная татву, может пытаться бегать здесь и там, чтобы принять какое-то прибежище, и в итоге помрет. Шри Чайтанья Махапрабху уже сказал вот эту шлоку, что гуру должен знать татву, и другого не может быть. И вот и Бхагаван Шри Кришна после этого вот эту шлоку произнес. И вот сейчас я привел это сравнение, данное Кришнадасом Кавираджем Госвами, что среди десятков миллионов карманишти, среди гьянаништи, гьяне, он превосходит их, он лучше из гьяни, и тысяч, и среди десятков миллионов гьяни, кто из них мукта обрел освобождение? И вот среди таких десятков миллионов гьяни, кто обрел освобождение? Это единицы. Если я спрошу, кто такой мукта, и Бхагаван Шри Кришна отвечает Удаве. Тот, у кого есть ясное представление о том, что ведет к порабощению и что ведет к освобождению от майи, и тот, у кого есть ясное представление о том, что ведет к обусловленности, а что к освобождению, тот, кто знает эту татву, он и есть. Бандо Мокшавит, пандит. То есть пандит — это тот, кто Бандо Мокшавит, тот, кто видит, что ведет к обусловленности и то, что ведет к освобождению, по крайней мере, от влияния майи. И вот Бандо Мокшавит, он очень и очень редок, и вот среди десятков миллионов гьяни, мукта, он очень редок, и среди десятков миллионов таких мукт всего лишь один является Кришна Бхактой. Кришна Бхакта, он очень и очень редок, что мы не можем
объяснить, насколько, насколько редок Кришна Бхакта. Даже Нараян, кто... Нараян Параян, он тоже редок. А что говорить о Кришна Бхакте? Мы думаем, что это очень легко и просто совершать Кришна Бхаджан. Мы думаем, что Кришна Бхаджан очень прост, и если мы сможем возвыситься до того уровня, где мы найдем, что не будем видеть никаких недостатков в других Кришна Бхакта, он не находит никаких недостатков в других. Он видит гармонию во всем. Кришна Бхакта, он нишкам, и у него нет никаких желаний в его сердце, и поэтому они умиротворены и спокойны. Нет никаких волнений и беспокойств в их сердцах, поскольку они полностью удовлетворены в себе. Если Кришна Бхакти прикоснется к нашему сердцу, то мы сами обнаружим, что это не просто слова. Вы сами увидите, почувствуете, какое-то трансцендентное блаженство явится в вас. И вы увидите решение всем проблемам. И это зовется Кришна Бхакти, поскольку в Кришна Бхакти нет никаких надежд. И если у нас нет даже ни запаха надежд, то тогда мы можем начать Кришна Бхаджан. Не каждый может совершать Кришна Бхаджан под именем Кришна Бхаджана. Кто-то Нараяна Бхаджан может совершать. Я вот могу шлоку из Бхагаватам привести по этой теме. И вот среди десятков миллионов сиддха мукт, это очень редко, кто преданный Нараяне. Нараян, он тоже Турья. Он не объект, заключенный в этом материальном мире. И за пределами человеческого понимания невозможно даже представить, и после этого вопрос раса-таттвы возникает. Если есть такая уникальная, эксклюзивная бхава, где нет ни запаха камы, вожделения, и даже на пути Нараяна Бхаджана никакого вожделения не может быть, а что говорить о том, что после этого? Парикшит Махарадж спрашивает Шукадева Госвами о Гурудев. Мы видим, что полубоги в этом материальном мире, люди поклоняются им и обретают какие-то материальные блага. Есть даже список полубогов, которым поклоняются за каким-то конкретным благословением. Если кто-то гьяну хочет получить, не безличную гьяну, не безличное знание, он Шанкру должен поклоняться, и что-то еще там другому, третьему. И вот есть список полубогов, если поклоняться которым, то обретем соответствующее благо, о котором заведуют эти полубоги. Но без вайшнава мы не можем обрести связь с Кришной. И поэтому Шрила Прабхупад говорил, что Гурупад Падма Садгуру, он прозрачный медиум, через которого мы можем видеть трансцендентный мир. И это наша ошибка, что мы хотим
поддерживает свой собственный страшный даршан? Почему мы чувствуем боль? А потому что мы не находимся под руководством Сударшаны. Если вы будете молиться, Шрила Прабхупад учит нас, те, кто находится под милостью Сударшаны, то никакой ужасный даршан, никакое вожделение не заденет их. Это невозможно. Но мы не следуем этому почему-то. Не может быть никакой опасности в вашей семейной жизни, когда вы готовите что-то, делаете, почему бы вы не... Ну, по крайней мере, можно слушать Шримад Бхагаватам в записи или Бхагавад-гиту, хотя можно на санскрите. И если есть большая опасность, которая может случиться, и Гурупад Падма говорил, что если есть опасность по вашему гороскопу, то все равно эта опасность может случиться, но ее сила может уменьшиться, нейтрализоваться, и это не станет смертельным для вас. И вот Гурупад Падма говорил, что согласно вашей карме, если что-то должно случиться, но вы должны видеть иметь позитивный даршан, позитивное видение, Вайкунтха даршан вы должны иметь. Если вы получите милость Сударшаны, то вы можете обрести такой Вайкунтха даршан. Вы должны развить такую непривязанность к вашему телу и уму, такое безразличие. То есть тело очень хрупко, если мы будем невнимательно относиться к ним, можем в аварию попасть, либо порезаться случайно, либо наесться чего-то, что не можем переварить, несварение какое-то будет. И таким образом мы должны иметь какое-то такое безразличие к своему материальному телу. Это материальное тело не совсем подходит для Кришна Бхаджана. Если Гуру Вайшнавы как-то по своей милости займут нас, то тогда мы сможем совершать Кришна Бхаджан. Много раз ранее я говорил, то как что это материальное тело, но бесполезно. Если авария какая-то случается, то мы должны иметь какое-то осознание, что наше тело, оно не совсем совершенно. Я знаю, что это очень тяжело, невозможно для кого-то, но все же другого пути нет. Мы должны развить такое смирение без пристрастия, отречения от своего тела. Я много раз говорил вот об этих шлоках. И вот Арджун также говорит, Арджун сказал «да, да», он всегда говорил «да», а иногда спрашивал «почему?». Но после того, когда Арджуна сказал «хорошо», я понял все. Но тот же самый Арджун, он необычный человек, он вечный спутник Бхагавана Шри Кришны, и Арджун в итоге сказал Кришне: «Мое невежество прошло, и сейчас…» И, ну, смотрите, тот же самый Арджун, когда он приехал с Дварака Дамы, когда он плакал перед Юдхиштхира Махараджи, он говорил: «О, Махарадж, я не смог понять суть Гиты». Тот же самый Арджун говорит перед Арджуной: «Кришна произнес 700 шлок Бхагавад-гиты непрерывно, что нужно делать, что не нужно». Он сравнивал то и все, карму, гьяну и прочее, прочее, йогу, раджгухья-йогу и все, бхакти-йогу и все остальное. Сравнивал даже качество живых существ, людей он также сравнивал. Если у вас будет возможность слушать обучение вечно зеленой, вечной гиты, если у вас будет такая возможность,
слушать лекции по Бхагавад-гите, от самосознания себя души, татва-виду, и не только это, вы так и сможете принять, осознать это, то я думаю, что все проблемы в вашей жизни, они кончатся. И никакие проблемы не смогут находиться в вашей жизни, но кто понимает это? То же самое Арджун сейчас говорит перед Юдхиштхирой Махараджей. Кришна, мой сакха, мой френд, и вот Кришна говорит, когда Вишваруп, Кришна показал Арджуне форму Вишварупы, все же после этого. И вот Арджун говорит перед Юдхиштхирой Махарадж. И вот как он говорит, когда Кришна ушел, я понял суть Гиты. Достаточно давно Кришна уже рассказал Бхагавад-гиту. Смотрите, когда Гурудев есть, мы не можем понять его значение. Кто-то пытается заниматься какой-то коммерцией с Гуру Вайшнавами. Когда Гуру Вайшнавы есть, они говорят с нами, ругают нас, и, может быть, что-то говорят нам, какие-то советы мы можем даже случайно игнорировать их. Но когда Гурудев ушел, то по милости Гурудева мы можем понять, что все потеряно, Гурудев ушел. А когда Гурудев был в этом мире, мы не смогли осознать его величие и важность его наставлений. А когда Гурудев ушел, то уже не осталось никого, кто мог бы поддержать нас. Во всем мире очень тяжело найти даже нескольких великих саду, возвышенных преданных, кто может обнять весь мир. Кто может показать настоящую любовь нам? У настоящих преданных нет склонности к коммерции какой-то, они просто искренне любят и видят весь мир в связи с Бхагаваном Шри Кришной. И вот Арджун говорит, что Кришна ушел, я беспомощен, лук и стрелы, они остались, колесница осталась, но Кришна ушел. И я также остался, кто получил возможность посетить Индру в своем теле, но сейчас вся сила ушла, я чувствую себя беспомощным. Кришна ушел, и сейчас я понял, я осознал, что Кришна сказал мне на Курукшетре. Он так много важных советов дал мне, сейчас я осознал, это возможно для Кришны. Говорить Харикатху в течение такого короткого периода времени. То есть сейчас битва начиналась, буквально через несколько минут уже затрубили раковины, трубы, и вот буквально несколько минут, а то и меньше, оставалось для начала битвы, но Кришна начал говорить Бхагавад-гиту. И за это короткое время Кришна успел 700 стихов прочесть из Бхагавад-гиты. Это невозможно, поскольку время, место и пространство, оно все контролируется Кришной. И поэтому о Бхагавад-татве Шрила Прабхупад говорил, то, что невозможно, это возможно для Верховного Господа. What is not possible, that's not possible, that is possible. То, что невозможно для... That is called Ishvara. Это все возможно для Верховного Господа, и он зовется Ишварой, Верховным Господом. Anatha kurtum ja samartaha sa Krishna, sa Ishvara. Anatha kurtum, which is not at all possible to happen, but it's gonna happen.
то, что невозможно, но может случиться. И Господь может это все сделать, все невозможные вещи. И вот Он и есть Кришна, и сейчас у нас есть ясное представление о том, что тело, оно не вечно, нестабильно. Life is unstable. Are you foolish? You try to understand life is unstable first. Eh? Life is unstable. Then why you are going to run buying lakh puja patishtha? You are acting as a chavi? Если мы поняли, что жизнь не вечна, не стабильна, то зачем мы стремимся к славе, к почестям, к знаменитости? У нас должен быть такой даршан, такое мировоззрение, что наше тело, оно бесполезно, и ум тоже. Как мы можем с этим телом и умом совершать Кришна-бхаджан? И бывает такое, что утром мы здоровы, вечером приболели чем-то, на следующий день опять чем-то приболели, и нет такой стабильности даже в отношении здоровья. Мы должны избавиться от склонности наслаждаться чем-то, и тогда Кришна Бхаджан может стать возможным для нас. И Шримад Бхагаватам я уже сказал. Нараян Параян, он Турья, я же сказал об этом перед Парикшит Махараджем, что Шукадев Госвами отвечал: «О, Махарадж, так много полубогов, если мы поклоняемся им, то мы получим результат, но Кришна Бхаджан, почему он случается противоположное? Кришна – властелин бесчисленных вселенных, Турья, но когда преданные поклоняются Кришне, совершают Кришна Бхаджан, то они очень бедны, нет ни денег, ничего нет. Как это возможно, что они нищие?» Еще когда Госвами отвечает: «О царь, Кришна Бхаджан – это не шутки Хари Бхаджан. Хари Бхаджан – это не шутки, и те полубоги, они находятся внутри этих 14 материальных миров. И Махешвар, и вот остальные. И есть градация. Вот семь высших и семь нижних миров. И хотите ли вы находиться в этих материальных мирах? Но, к сожалению, действия некоторых людей как раз доказывают, что они хотят находиться в этих материальных мирах. И почему вы не поймете, что такое Кришна Бхаджан, Шукадев Госвами? И вот в то время, как Шукадев Госвами, он приводит аргументы Парикшит Махараджу о том, что Кришна Бхаджан, он Турья, он превыше всего Харихи Ниргуно Сакшат, Пракрити, вот эта шлока. И в то время, как Парикшит Махарадж говорит, что Нараян Бхаджан – это Турья Бхаджан, и он Вишудха, если мы не сможем возвысить себя до того уровня, как мы сможем начать Кришна Бхаджан, Шукадев Госвами говорит: «Я не Сахаджия, что я могу сказать, хорошо, проблем никаких нет, можно слушать о лилах Кришны и стать гопи – это глупость. Я не могу говорить так, как Сахаджи, это невозможно, поскольку Шрила Прабхупад и Бхактивинода Тхакура, Шрила Кешава Госвами Махарадж, никто и никогда, никаких шастрах это не одобряется. Мы всегда заняты
какими-то материальными вещами под именем Бхаджана. Мы заняты всегда. Но мы забываем о том, что что только милость, подлинная милость, крипа, сострадание мы можем ожидать от чистых гуру и вайшнавов. Только и только. Поскольку даже в Нити-шастре там описывается, что это уникальное качество, уникальная красота гуру и вайшнавов. Мы должны пытаться понять. Уголь, например. А, не уголь, а птичка, кукушка. Во Вриндаване поет, и эти павлины, они тоже мяукают, а эти кокилы, это кукушка, похоже, они очень красиво поют. Очень прекрасные звуки утром издают. Но если мы посмотрим на эту птичку, она черная, как ворона, страшненькая. Но весь мир... Он уважает и любит этих птиц, поскольку они прекрасно поют. И вот когда они поют, вот как вот кукушка или что-то похожее. И вот в Нити-шастрах говорится: кокилам наринам патибратам биддарупам курупанам камарупам тапасинам. Try to remember this shloka. Very nice. If you like to find, и вот мы должны помнить эту шлоку. Красота этой кокила, птица называется на английском. Она внешне страшная, но прекрасно, очень прекрасно поет. И ее красота в ее голосе. И если мы хотим найти красоту женщины, то мы должны узнать, насколько она предана лотосным стопам своего подлинного мужа, тот, кто имеет Кришна Бхакти. И вот это из Нити-шастры цитата. Целомудренная женщина, она свою любовь отдает только мужу. В Нити-шастре говорится об этом. Биддарупам курупанам. Very ugly looking man, but having so nice. Если человек внешне может выглядеть не очень хорошо, но очень образован, то в этой образованности есть его красота. Как Сократ был философ, но выглядел такой страшненький был. Но его сердце было не столь плохо, как внешне он выглядел. И вот когда мы видим, то есть в людях нужно видеть их образованность, а красного в чем? В том, что они могут пролить милость на нас, они могут простить нас. Даже если мы хотим убить вайшнава, но все же вайшнав настолько милостив, что простит нас. Это невозможно ни для кого, это за пределами нашего воображения. И это зовется вайшнав. Надеюсь, вы поняли уровень вайшнавов. Это уровень Вайкунтхи. И качество всепрощения к вайшнаву не могут простить все и всех. Но только если мы совершим великое оскорбление в адрес чистых гуру вайшнавов, то тогда они не смогут простить, а за все остальное они могут простить. Камарупа тапас. And the best possible way of showing astutian penance is bhakti. Лучший из всех аскез — это бхакти, преданность.
те, кто совершают бхакти, они... Кто-то думает, что совершение кадыши и прочих, ну, аскез, ну, такие сухие аскезы, они не одобряются на пути бхакти. Tapasina means those who are Vaishnava. Because already we know from Sarvam Bhattacharya, Vairagya Vidya Niya Bhakti Yoga. И вот из Сарвам Бхаттачарья такую шлоку сказал, что все аскезы, они становятся очень... Они приходят в гармонию на пути бхакти. Non-devotional line, when they are Mayavadi, they can also so, but it is not spoken about them. Mayavadi тоже могут совершать аскезы, но про них вот в этом случае ничего не говорится. Шрила Прабхупад иногда говорил с великой болью, он говорил, что те Mayavadi постепенно они в обществе в Гаудия Вайшнавов. И вот те, кто майвади, они приходят в общество Гаудия Вайшнавов, и постепенно, день за днем, ситуация меняется, к сожалению, становится более скверной. Шрила Прабхупад говорит об этом. Постепенно те, кто майвади, те, у кого нет веры в гуру Вайшнавов, они приходят в вайшнавское общество и получают лабху, пуджи, пратишху и все остальное, но мы глупы и поэтому не можем понять этого. Что под именем Харибаджана, под именем проповеди мы стремимся к артхе, к какому-то богатству, как вот Шрила Бхактивинода Тхакур. В одном из киртанов говорит, что под именем Харибаджана из тех, кто обманывают людей, а люди тоже не заинтересованы в том, чтобы найти истину, и кто же защитит таких людей. Кришна приходит к нам в форме татвы и прочего. Даже иногда можно видеть, что у некоторых людей даже здравого смысла нет, что говорить о Кришна-бхакти. Сейчас я говорю об уникальном характере, уникальном идеализме Шрилы Прабхупады, поскольку только Шрила Прабхупад может показать нам уникальный путь. И никто не сможет обмануть нас, если мы будем знать Таттва Вигьян. Но мы не хотим, к сожалению, в читании Читамрити говорится. Regarding Siddhanta, if you are going to become, you know, lazy, относительно Сидданты, если мы станем ленивы, то тогда. Too tough. What do you mean by too tough? Ну что значит очень сложно? But it is written in Chaitanya Charitamrita говорится. Yeah, hoite Krishna age sudhiro manush. Если мы не будем знать таттву Сидданту совершенно, то любой может одурить нас, забрать деньги, положение и в обществе и все остальное. Не ради Бхагавадцева, а просто отнять такие люди, как Равана и как Хираньякашипу, они заняты постоянно чем-то, а в чем их занятость, поскольку заняты какой-то коммерцией, каким-то делом, и у них нет времени. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, если мы... И это был Manovishto, Sri Chaitanya Manovishto Stapitam Jena Bhutale. We cannot apply this word for everybody. И вот в эту шлоку нельзя каждому применять к Раване, Кумбхакарне, Хираньякашипу, нельзя применять эту шлоку. Who is going to establish? Как вот есть такая... Those who are going to ignore the teachings of Prabhupada. Bhaktivinoda Thakur, and we are going to Om Namam Vishnu Padayo, you know, Gauru Prasthayo Bhutale, Prasthayo Bhutale, foolish, Prasthayo Bhutale, ghost. Иногда можно видеть в Панаманте некоторых так называемых ачарий, все неправильно.
Но чтобы это было правильно, перед чем писать пранам мантры, кому-то нужно узнать татву. Те, кто защищает интерес Гаудия общества, Гаудия матха, наши предыдущие гуру-варги, те, кто защищает интересы Шри Чайтаньи Махапрабху и его служение, только для них мы можно говорить такие высокие слова и высокие титулы, а те, кто не могут даже копейку потратить на действительно благую цель, то что толку с ним? У нас нет права говорить о майаваде, поскольку мы сами майаваде. Я могу показать, что некоторые майаваде, по крайней мере, они, если деньги получают, как в каком-то благом деле, занимают школы, строят больницы и прочее, но мы, к сожалению, даже этого не делаем, просто накапливаем деньги и все, и поэтому у нас нет права говорить ничего плохого о майаваде. Майаваде, по крайней мере, строит иногда какие-то школы, колледжи, больницы и прочее, но среди вот Гауди Вайшнава, к сожалению, есть те, кто просто собирают деньги для себя и ни на какие благие дела не могут даже копейки выделить, просто ради своей пратишки собирают. И вот Шрила Прабхупад молится Господу, чтобы не видеть лица таких людей до последнего момента моей жизни. И кто есть вайшнав? Тот, кто защитит меня. Кто такой вайшнав? Тот, кто защитит меня от неизбежной опасности. Тот, кто вложит бхакти в наше сердце. Тот, кто покажет нам татвагьяну. И Шрила Прабхупад говорит, если вы не обрели татвагьяну после дикши, то что за дикшу вы получили? Если вы сможете обнаружить, что ваш Гурудев занят только сбором денег, женщин, славы, почести, то Шрила Прабхупад говорит, как же для вас возможно получить татвагьяну Кришна Бхакти от такого гуру. Если вы совершили ошибку в вашей жизни, вы должны относительно выбора вашего гуру, вы должны исправить ее и оставить такого ложного гуру, поскольку вот в этой шлоке говорится, что такой гуру вместе со своими последователями попадает в ад на очень и очень долгое время. И вы в этом случае должны принять прибежище у подлинного татвагьяни, кто может спасти вас от неизбежной опасности. А если вы настолько аккуратны, то почему вы не можете понять разницу между духовным и трансцендентным миром? И, к сожалению, много можно видеть преданных, которые не могут видеть разницу между трансцендентным звуком и материальным. И что же за баджан? Эти люди совершают, если они видят таких очевидных вещей. Даже Дурьотхан понял, что все творится Кришной. И вот согласно нашим прежним самскарам, прямо или косвенно все совершается Кришной. Или к Сришти Таттве, если вернуться, то мы увидим, что все. Ути значит карма, чешта, все прочее, все исходит прямо или косвенно из Кришны. Но кто-то с характер чей-то нечистый, нечистые вещи появляются, и я говорю прямо или косвенно. Конечно, Бхагаван Шри Кришна в Гите, он говорит, что я не занимаю никого в папе в греховных действиях, и поэтому Кришна говорит перед Арджуной: «О Арджуна, и вот этот материальный мир, эти прани, дживы, они
в невежестве, я никогда не даю наставления им. И вот Вибху-васту, Бхагаван, он не... Он на себя не берет результаты наших греховных действий. Все вы... Все в вас накапливается как самскара, и результаты в соответствии получаются только тогда и тогда, когда мы полностью склонны, полностью предались лотосным стопам Гуру Вайшнавов, то тогда мы получаем, как если мы получаем их милость, то вопроса страданий не возникает. Иначе для обычных людей Шри Кришна говорит: все дживы, они страдают, и кого же обвинять в их страданиях? Они страдают из своих собственных действий, из-за их последствий. И вот Шримад Бхагаватам в 11 части описывается, что если мы, например, что-то жевали, ели и поранили свой язык случайно, и вот здесь говорится, если мы прикусим наш язык, кого же винить, мы вроде не хотели, а прикусили язык, эти, до крови причем, и кого же искать виноватого. И таким образом мы должны развить такое настроение постепенно. Мы должны развить такое настроение, и Кришна ясно и четко говорит, что я не буду никого беспокоить. Они... получают результаты своей кармы, и кого же обвинять, но согласно их прежней карме, то есть все прямо или косвенно делается Кришной, даже сухой лист не может упасть с дерева без желания на то Кришны. And according to samskar, the jiva, вот согласно самскарам, те дживы, они обретают свою сангу. They externally going to show that they are going to take my sangha, but I can solemnly say they are not doing my sangha. Но иногда можно видеть, что кто-то вроде как общается с чистым преданным, но не общается на самом деле. Просто на показ делает, поскольку если я буду служить, будьте внимательны, это Сиддханта. Сиддханта болия читте на коро олош, я уйте Кришна лаге судиро манус. We are going to show lethargy, we are going to show, no energy to know Сиддханта, then what to do? Если у нас какая-то леность и не хотим изучать Сиддханту, то что делать? И вот согласно нашим прежним самскарам, души получают сангу. Они выбирают ее, но... если вообще смогу получить общение с Шрилой Прабхупадой, то почему сила Прабхупады, она не явилась во мне? Или если я получил общение с Шрилой Кесавой Махараджи, почему сила из Сиддханта Шрилы Кесавой Госвами Махараджи не является во мне? А из-за того, что мы совершаем асатсангу, и мы все в обусловленном состоянии какой-то независимости от Гуру Вайшнавов поддерживаем, но мы должны открыть все, свое сердце без остатка перед Гуру Вайшнавами. Гуру Вайшнавы, они могут видеть подобно рентгену, они могут видеть все,
Почему вы совершаете сатсангу? Если вы совершаете сатсангу, то почему такой плохой темперамент вы развили? Это признак того, что вы совершаете сатсангу. Может, в уме, ментально, может, физически. Но сатсанга, мы знаем из шастр, что те слова, которые написаны в шастрах, они не могут быть бесполезны, поскольку Бхагаван Шри Кришна говорит, что делать, что не делать. В шастрах все описывается, мы должны вести себя соответственно. И если наше такое жесткое, нечеловеческое поведение не одобрено шастрами, то можно сказать, что вы совершаете асатсангу внутри, даже в тонкой форме, поскольку... И вот здесь говорится раджа тама сата. Саддва люди выбирают свои друзей и, соответственно, с их гуны. И в Нити Шастрах также говорится, что тигр не дружит с оленем, как это возможно. Хотя перед Кришной это и также эти олени не могут подружиться с волками или с леопардами, поэтому в Нити Шастрах одобряется. Мрига мигой, a deer can make a friendship with deer. Мрига мигой, шангамам анубраджанти, they are going to make friendship with another deer or sea deer, on, you know. And гавасчо гови, one гомата going to make friendship with another гомата, surely not with dog, not possible with tiger. So мига мигой шангамам манупраджанти гавасча говхи стурага стурангай. A horse going to make a friendship with horse. И вот лошадь может подружиться с лошадью, это такая обычная практика. А дураки с дураками обычно дружат. Those who are murka, they are going to make a friendship with murka. Those who are sahajiya, и сахаджи, можно видеть, дружат с сахаджиями, думают, что они Рагануга Баджан совершают. Рагануга Баджан. This is the situation. Муркасча муркой. You know? Мурка? How we can know мурка? I am acting as acharya. Как узнать, что кто-то глупец, мурка? Но смотрите, в Нити Шастрах говорится, что мурка, что такое мурка, очень просто понять. Кто-то может красиво одеться, ходить с пятью ручками, чтобы выглядеть как образованный человек. И вот такой человек может на собрание прийти, но он глупец. Five pens are there, but he cannot write even one word. I have seen in my life, who cannot write anything, who is spitting five pens in his pocket. Very nice. So, tavat sabate murko lamma mano patabritaha javad navhasate. If he is not going to speak any single word, up to then, if he is not going to speak even a single word, up to then, he can maintain his grammar and position. If you allow him to speak something, then you can understand. Either he is going to show tinadapi, you know, kapat tinadapi, Maharaj, I am coming here to hear from you all, you know, I know nothing, this kind of kapat anugatta, kapat tinadapi. Еще может быть какое-то ложное тринадапи, как вот Махарадж пример приводит.
То есть люди могут на словах только говорить, а на практике ничего не делать. So we are going to search our association accordingly. Everybody busy. From morning time, they are not going to get any time. И вот можно видеть, что люди заняты постоянно сангиртом и некогда совершать. Кто-то занят своим здоровьем, кто-то пранаямой, кто-то вареньями какими-то, кто-то работает с утра, оставляя весь киртан и все остальное. Кто-то на каких-то дудках играют, причем не Кришнанам, не Киртана, просто какие-то эти пиликани. Кто-то на полях работает с чем-то, а и что толкует Кришна Баджана тогда. И вот если and ultimately he was shot by somebody. Some friend going to speak to some friend. Another some man going to speak friend to some man going to speak to his friend. И вот какой-то человек сказал другу: о, друг, знаешь, чего я достиг? Да, что я сделал? Я вот тапасю, аскезу совершал. И вот иди сюда, я покажу. И вот тот пришел к реке, и тот человек начал ходить, прошел по воде и вернулся. И друг: о, ты 20 лет такую аскезу совершал, чтобы научиться ходить по воде. А я за 50 копеек могу заплатить лодочнику, он меня поможет переплыть на другой берег. И вот смотри, ты 20 лет тут аскезу совершал, а я за 50 копеек могу заплатить и реку переплыть. И вот смотрите, сколько энергии кто-то посвящает чему-то, но глупым вещам. Кто-то слишком много энергии посвящает каким-то вещам, вот как с этим йогом, который 25 лет пранаяму практиковал и смог ходить по воде. А еще был какой-то этот... Чем-то занимался лет 20, потом пристрелили его. Вот, маршировка какой-то или чем-то, ерунда какой-то вообще. И вот таким образом люди не занимаются Харибаджаном, а теряют свое время на какие-то материальные занятия. И Шрила Прабхупад говорит, что если вы вообще приняете прибежище дикшу у такого великого гуру Ачари, то, и который не дает таттва-гьяну, то вы должны оставить его и принять прибежище у того, кто может дать вам таттва-гьяну и спасти от неминуемой опасности. Но мы, к сожалению, глупые, не заинтересованы в таттва-гьяне, и поэтому моя просьба всем вам: делитесь этим божественным знанием со всеми. Если они смогут узнать немного таттву, понять, то никто не сможет одурачить их, иначе они только действуют на показ. И вот это наставление, данное Шриле Прабхупаде, если мы вообще получим дикшу от какого-то глупого гуру, то мы должны оставить его и опять принять настоящую дикшу от подлинного источника. Иначе мы никогда не сможем обрести таттва-гьяну, наша жизнь не вечна, не стабильна. В любой момент мы можем помереть или попасть под влияние майя. Майя, она может влиять на нас, и можно вспомнить Шримад-Бхагавата Махапуране, Вьясадев.
Говорится в Шримад-Бхагавата Махапуране, первой части, что Вьясадев Госвами, он обрел милость. Это в Нитья Джагате были, но все же лила такая. Вот Нарада пролил милость на Вьясу, и Вьяса начал, он сконцентрировался, поэтому до этого какое-то неудовлетворение чувствовал, и после этого Нарада поздравил, пролил на него свою милость, и потом какой даршан он получил. И вот Вьясадев Госвами смог осознать все. Он увидел последствия и причины. Он увидел, что Бхагаван, он Пурна-Пуруш, и все под его, майя под его прибежищем находится. Майя под его начало, майя она идет за Кришной стыдливо. Бхакти-йогена манаси саммат пранити амале апашат пурушам пурнам майян ча тадапасрая. Also, и также он увидел майю. Jaya sanmahita jiva atmanam trigunatmakam. All infinity jivas, they are hypnotized. И дживы были очарованы. Dibya jaya tatam idam sakal Dibya jaya tatam idam Jagadatma saktya nishesha. И вот это из Чанди, это, эти стихи, шлоки. И вот здесь описывается в Бхагаватам три гуны материальной природы влияют на нас, поскольку мы под контролем майи. They cannot understand what is они good, не могут понять, что такое хорошо, что такое плохо. Но кто-то знает, что это хорошо, но думает как-то негативно. И поскольку Джива Сварупа, она покрыта этой влиянием майя, она не может понять. И ложное эго выражает, и это причина считания себя делающим, это есть одна из главных причин обусловленности. И поэтому, благодаря милости Вьясадев Госвами, и в итоге, благодаря милости Нарады, он составил Шримад-Бхагавату Махапурану, который является уникальной Пураной, поскольку, услышав Бхагаватам, все, что я говорю, или Шрила Прабхупада говорит, или Бхактивинода Такуру говорит, или наша Гурварга, это все объяснение Бхагаватам, это не отлично от Бхагаватам. Bhakti-rutpaddhati pungsam soko moho bhaya-paha. After hearing Bhagavatam, и вот, услышав Бхагаватам, если мы поддерживаем наше невежество, страх, надежду получить что-то от других людей, страх и прочие вещи, но, услышав Шримад-Бхагаватам, все эти вещи мы не можем ожидать. Поскольку, услышав Шримад Бхагаватам, как это возможно для нас быть невежественным и поддерживать связь с майей. И вот эти слова, значит, нисчитам эва, это значит подтверждение того, что это Бхагавати Катха. Что, несомненно, услышав Бхагавад Сиддханту, Татва Сиддханту,
and the lotus feet unto the lotus feet of Krishna, surely you can develop bhakti. То мы можем развить бхакти лотосным стопам Шри Кришны. Shock and dissatisfaction, you know, you are going to grieve, you know, dissatisfaction, you know, you're going to get puzzled, and this kind of puzzleness, by fear, кто-то может запутаться, и все можно удалить благодаря слушанию харикатхи. И только из-за того, что мы поддерживаем свое ложное эго, концепцию делающего, и поэтому все споры происходят. И вот завтра еще будет харикатха. И если вы действительно вайшнав, то вы не должны ненавидеть никого. Вы не должны думать о чем-то неблагополучии. Шрила Прабхупад говорит, те, кто... И вот те, кто хотят показать, что они враги кого-то, те, кто относится к нам как к своему врагу, Шрила Прабхупад говорит, о Господь, все же у меня не должно быть никакого негатива в их адресе, никаких плохих мыслей. О Господь, сделай так, чтобы всегда думал о их благе. For them, unto the lotus feet of Supreme Lord, O Prabhu. Though they are going to О Господь, хотя они думают обо мне как о своем враге, all the time they think I'm enemy. They're going to show that kind of attitude. Still, Prabhu. Они ведут себя так, но все же, о Господь. Сделай так, что те, кто думает обо мне как о своем враге, сделай так, чтобы я не думал ничего плохого о них и не желал им зла. И сейчас, надеюсь, вы поняли, какова ситуация и положение чистого вайшнава. Мы не можем совершать харинам должным образом. Мы, к сожалению, не заинтересованы в Сиддханте Вичара, в аппарат, в избежание аппарат. И как мы можем это все понять? Шрила Прабхупад говорит, когда мы совершаем оскорбление в адрес святых имен или совершаем харинам с оскорблениями. Because outside you are walking, how you can do harina? If you go and do, then it is everybody not Siddha Mahatma. They can meet with somebody, meet with some scenery, then they can feel reaction. But they are not going to sing kirtan, hari katha. They are not going to do wastage, going to waste their time. Prabhupada speaking, if you are going to do И вот Шрила Прабхупад говорит, если мы совершаем харинам с оскорблениями, то то в итоге дхарма, артха и кама, она увеличится у нас. То есть, если кто-то повторяет харинам с оскорблениями, это даст нам материальное богатство и другие материальные вещи. И вот Шрила Прабхупад также говорит, что мы не должны быть неактивными, какими-то сонными, без этим не интересоваться Сиддхантой. Если мы не заинтересованы в Сиддханте, то тогда мы никогда не сможем совершать баджан. Мы должны знать Сиддханту. Поскольку, не зная Сиддханту, мы не сможем совершать Кришна Бхаджан, мы не узнаем, кто такой Кришна. Вначале всего Кришна и вещи, которые связаны с Кришной,
Мы должны понять все позитивное и негативное, майю, дживы, их связь и все остальное. Таттва значит самбандхагьяна. Дикша не значит, что можно дать кому-то мантру и все на этом, и уйти. Нет. Дикша не значит это, что можно дать кому-то мантру, и все, человек получил дикшу и ушел. Но нет. Что такое дикша на самом деле? Мы должны снова и снова пытаться повторять Гуру Гайатри, Гаура Гайатри. Дикша – это постепенный процесс с полной концентрацией, и слушать Харикатху, и пытаться понять и принять это, принять всю Сиддханту в своей жизни и практически применять ее, чтобы получить результат. Нет никаких вопросов. То есть мало слушать, нужно еще применять услышанное в своей собственной жизни. А если вы не применяете, то какой результат вы надеетесь получить? И таким образом постепенно мы под именем Хари Бхаджана мы совершаем что-то, что негативное. Несколько дней назад, я помню, я говорил об этой шлоке, очень такие чувствительные вещи, не все могли понять, что о том, что благоприятно для бхакти, то, что против бхакти. Очень тонкая грань, которую мы не можем понять. Вот в этой шлоке это описывается очень просто, запомнить и сказать что-то, но до тех пор, пока мы не получим полную милость Гуру Вайшнавов. И пока мы не поймем всю таттву, то это очень тонкая грань, и мы не сможем понять между правильным и неправильным, положительным и негативом, поскольку наш материальный ум, он часто поддерживает только неправильные действия наши. Я знаю, внешне вы не совершаете асатсангу, но ваш тонкий ум, он, несомненно, совершает асатсангу. И поэтому вы ведете себя так. Иначе это было бы невозможно, поскольку сатсанга, она неизбежна. Если вы совершаете сатсангу на 100%, одно очень важное. Если я служу Шрили Прабхупаде, или Бхактивинода Тхакуру, или Шрили Кешава Госвами Махараджа, то как это возможно, что я не пойму их сердце? В шастрах говорится. Я на практике могу показать вам, научным путем показать могу, если вы служите кому-то, и, несомненно, вы обретете такие же качества в своем сердце, поэтому я говорил об этой шлоке. Я уже произнес вот эту шлоку, в которой это говорится. Те, кто очень разумны, у кого есть такое Хари Бхакти, они ищут прекрасных преданных, чтобы общаться с ними. А если мы не совершаем иштагошти, не совершаем сатсангу должным образом, конечно, иногда мы делаем, иногда забываем, и таким образом мы не сможем стать успешными, и поэтому на 100% вы должны совершать сатсангу. Сатсанга, она неизбежна. Она дает неизбежные результаты, но
мы должны сатсангу совершать. И секрет в том, что Шрила Бхактивинода Тхакура объясняет, что если я совершаю служение Майе, то как я могу ожидать обрести чистое бхакти, если я служу Майя Деве? Просим мы у Майи то и все. Как в этой молитве Дурги говорится о том, что дай мне то, дай мне все и убей всех врагов. Но чистые преданные, они отличны от всего этого. Tulla ninda stuti moni santushta jena kena chita aniketa sthiramatir bhaktiman me priya nara. They are not going to think about, ignore. Somebody is going to insult. Okay. И вот если кто-то оскорбляет чистых преданных, они игнорируют это, они парамахамсы, они не привязываются. Но обычные люди не могут как-то не они не могут быть беспристрастным к почестям или к неуважению. Я даже не ожидаю получить что-то от вас, даже не жду гирлянды. А если вы следуете моей сиддханте, то я очень доволен, это главное подношение мне. И тогда я становлюсь очень счастлив и вижу, когда вижу, что вы следуете сиддханте вичару. И поэтому, если я служу Майе, то тогда нельзя надеяться, что мы обретем Кришна Бхакти. И вот согласно нашей Санги Севе, если я служу Шили Бхакти Памуды Пуригаса Махараджи или Шили Прабхупаде, то тогда, несомненно, никто не сможет остановить нас. Такая сила явится в нашем сердце. Шрила Прабхупада, Шрила Кешава Госвами Махарадж. Если мы искренне, без всякого лицемерия, если мы хотим воплотить учение Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура в жизнь, то тогда их сила придет и вдохновит нас. И я хочу говорить больше и больше о их сиддханте. И вот, если вы служите чистому вайшнаву, вы разовьете такую... А, то есть, если вы служите чистым гуру вайшнавам, то их качества должны являться в вас, а если у вас являются какие-то другие качества, то это результат асад-санги. И вот, если вы совершаете Кришна-бхаджан, я знаю, внешне много служений совершаете, но благо как получить от всего этого? Если вы не решили даже во сне, что мы не решили отказаться полностью от сатсанги даже во сне, то если у вас нет такой решимости, то это плохо. И поэтому, если я служу Гуру Варге, то тогда, несомненно, такие же качества, такое же поведение, такой характер явится в нас. А это не значит, что если кто-то занял положение ачарьи, все должны поклоняться ему, нет. Шрила Прабхупада говорит, что неправильные действия противоположны. Ачарья не может Ачарье мало быть назначенным, еще нужно действовать в соответствии со всем, но, к сожалению, Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что текущие ачарьи, они, к сожалению, думают только о лабхе, пудзе и пратиште. И вскоре я опубликую вот это его высказывание. Мы все должны понять сиддханту. Насчет сиддханты кто-то читает и очень находит очень сложными. Но что это значит? И вот катин — это сложное.
А почему они сложные? Поскольку у вас нету такого папа, потому что у вас какая-то пассивная позиция по отношению к бхакти, но по милости Шрилы Прабхупады и Кешава Госвами Махараджа можно понять, что они хотят сказать, написать. И поэтому Шрила Прабхупада, он перед тем, как уходить с этого материального мира, он сказал, что сейчас никто не понимает, что я хочу сказать. Они не заинтересованы в том, чтобы принять мою сиддханту, и что толку находиться в этом материальном мире. Шрила Прабхупада хочет уйти, оставив нас, поскольку мы не принимаем его учение. И вот, чтобы сохранить Гуру Вайшнава в этом материальном мире, мы должны следовать этой формуле, мы должны принять сиддханту полностью, чтобы они чувствовали вдохновение находиться в этом материальном мире. У них нет никаких материальных интересов здесь. Они беспристрастны. Единственное, в чем они заинтересованы, в том, чтобы утвердить бхакти и проповедовать в наших сердцах и проповедовать подлинную харикатху. Они хотят утвердить сиддханту в этом обществе и совершать должную проповедь, чтобы никто не смог обмануть вас. И с этой надеждой они чувствуют необходимым жить какое-то время дольше, иначе, если они будут и вот перед тем, как наша Гуру Варга, перед нашим Гуру, в сравнении с Гуру Варгой, мы буквально дети. Если мы будем игнорировать их и не следовать их сиддханте, их вичару, как мы можем понять, как осознать значение ачарьи, как осознать величие ачарьи? Единственный путь, Шрила Прабхупад говорит, что мы должны смотреть на сколько успешно мы смогли принять сиддханту нашего Гурудева, нашей Гурварги, Шрилы Прабхупады. Если кто-то не может принять сиддханту Гурварги, нашей Гурварги, то это падший ачарья. Мы не можем найти никакой симметрии, если он так пал и ничему не следует, и в этом случае чистой преданности мы не можем ожидать от него. И таким образом, Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в Бхаджан Рахасе то, что... И вот Шрила Бхактивинода Тхакур пишет... Anattha Chatur Vidaha, specially four types of Anattha. И вот есть четыре вида анартх. Я буду говорить о нем сегодня, о них, этих анартх. Сейчас времени мало. В следующий раз и те, кто очарованы Майей. И вот те, кто очарован майя, их гьяна, она не проявляется. Я уже говорил об этом. И вот пока мы живем в этом мире, если мы не успешны в том, чтобы занять какую-то такую сбалансированное положение, если мы не можем контролировать наш ум и органы чувств, вот если вы не сможете контролировать свой ум и органы чувств, то это плохо, и это может стать причиной вашего следующего рождения. Почему вам бы не прекратить рисковать и начать
Хари Баджан, поскольку вы получили золотую возможность, и зачем вы отказываетесь от нее? В этой конкретной жизни можно достичь успеха. Вам не нужно ждать следующее. Единственное, что вы должны сделать, вы должны быть достаточно искренне. И никакого лицемерия не должно быть. Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупад, Гуру Варга, они с нами, чтобы помочь нам пересечь этот материальный океан Майи. И нет никакого другого пути, кроме беспричинной милости Гуру Вайшнавов. И те, кто очарованы Майей, они имеют вот эти четыре вида анартх, асатришна, хридо дурбалья, апарадх и сварупа вибрам. Асатришна, различные желания в нашем сердце, я уже говорил об этом. Если вы получите милость чистой Гуру Вайшнавов, то тогда и тогда вы избавитесь от влияния Майи, и не может быть никаких желаний. Нет никакого другого пути, кроме беспричинной милости Гуру Вайшнавов. Мы должны пытаться сделать так, чтобы Гуру Вайшнавы были довольны нами, и тогда вы обретете милость. Несомненно, вы обретете милость. И без этого своими собственными попытками, усилиями, это практически невозможно для нас. Мы никогда не сможем стать успешными благодаря своим личным попыткам. Это невозможно на пути баджана стать успешными. Гаудия баджан, что это? Гаудия баджан с начала до конца. Мы должны плакать. Мы должны молиться о милости Крипа Каро. И Шрила Бхактивинода Тхакур тоже плачет, и в этом киртане он описывает. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, взяв, молясь лотосным стопам Рупы Санатана, он молит их дать ему свою милость. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур своим примером показывает нам, но мы, к сожалению, не можем принять пример этого смирения Тринадапи. Мы не хотим следовать этому настроению Тринадапи Бхавы. Внешне кто-то может выражать какое-то почтение, причем неискренне, это нехорошо. А если мы искренне, то почему мы не обретаем милость Гуру Варга? Она делает все для нас. Они пытаются день и ночь сделать так, что мы обрели все, но мы на духовном пути мы подобны нищему. Мы должны чувствовать это. Нам должно быть неудобно, поскольку мы обретаем все и сейчас. А кто виноват в нашей пустоте? Так много сокровищ, которые дала нам Гуру Варга, но и кто же виноват в том, что мы не можем принять это? Это только наша вина. И вот те, кто очарованы магической сетью Майи, имеют асатришну, имеется в виду желание, как эту жажду к материальным вещам. Асатришна значит асат, то, что не вечно, то, что не может дать нам бхакти, то, что скинет нас в майю. Хридай дурбалья, слабость сердца. Я в следующий день детально расскажу об этих недостатках, что такое асатришна, различные виды асатришны. Слабость сердца, хридай дурбалья, аппарат четырех видов, оскорблениях расскажу.
И у тех остатришны четыре вида также. Слабость сердца — это тоже их четыре, и аппарат тоже четыре подвида. И свару вибрамы тоже четыре вида. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в Баджан Рахасе. Sarup Vibram is the first, you know, concern. We are very interested to know what the best Sarup Vibram. I today I can touch only. И вот сейчас я начну говорить о Сваруп Вибраме. Сваруп значит наше подлинное Я. Иногда мы, совершая асатсангу, не можем понять нашего текущего положения. Это Сваруп Вибрам. И кто-то без операции хочет стать гопи, пытается следовать Рагануга, Рупануга, Баджану, но это осквернено все. И весь мир осквернен этим токсическим, этим, такой болезнью. Даже этот коронавирус не столь опасен по сравнению с этим. Сататто means your own real self. Вот сататва — это наше подлинное Я. Мы должны понять, где мы находимся сейчас, как улучшить свое положение, и не все это понимают. Мы не находимся вне Майи, но кто-то думает, что совершает раса баджан, и это сваруп вибрам, это заблуждение. И вот Шрила Прабхупада говорит, Гурварга говорит, это подобно майтхуну, сексуальным наслаждением, когда кто-то думает, что я гопи. Гурварга говорит, я не говорю. Такие люди в уме пытаются общаться с этими гопи, с такой материальным представлением, и они пытаются наслаждаться в уме с этой гопи. И такие люди никогда не получат бхакти, что говорить о Рупануга Баджане. Они общаются вот с этой сиддхантой, сфабрикованной на фабрике своего ума, и представляют себя с какими-то гопи, и много проблем вот на этом пути. Аулы, Баулы, Картабаджи, Дарвеши и прочие сахаджи, они также заявляют, что они совершают Гура Баджан. И действительно ли так? И завтра я буду говорить об этом, о настроении Радхарани, о настроении Шрилы Прабхупады Бхактивинода Тхакура. Мы хотим понять все это. Сегодня день явления Лалита Сакхи. Лалита Саптами сегодня. Единственное, что могу сказать, что наш великий ачарья Шрила Бхактивинода Тхакура, без Бхактивинода Тхакура мы слепы. И этот Бхактивинода Тхакур плачет и говорит лотосным стопам Лалиты Сакхи о вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит о себе как о... Он хочет обрести служение этой божественной чите Радха Говинды под руководством Лалиты Сакхи. Это не какие-то сухие лекции. Это не какая-то сухая философия. Шрила Бхактивинода Тхакур, всю жизнь, если изучите, и Шрила Бхактивинода Тхакур плачет и плачет. И говорит, когда же я смогу обрести милость. И таким образом Шрила Бхактивинода Тхакур день и ночь плачет. И вот Рупануга Баджан значит подлинная проповедь. Рупануга Баджан, Шрила Прабхупад говорит, это подлинная проповедь.
наша татва, если мы неправильно поймем нашу собственную татву, что мы дживатма, и мы не можем понять свое собственное положение, статус, это сататва вибрам. Пара-татва значит уникальная, абсолютная пара-татва. Пара-брахман, пара-твара, Ракхилешвар, Кришна, Нарайан или... И вот пара-татва значит абсолютная татва. Кто-то думает, что Кришна что-то в области нашего досягания, и если я буду жить дольше по вашей милости, я хочу объяснить все под руководством Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады. Я хочу объяснить все подробно о пригодности к Рупануга Баджану. Я хочу объяснить вот предваряющую речь о том, как войти на путь Расалилы. И это мое желание. Я хочу рассказать обо всем. И, но так или иначе, я завишу от желания Нитянанды. И по вашей милости вы можете благословить меня, дать мне свою милость, чтобы и чтобы наша Гуру Варга, она пролила на меня свою милость, и тогда попытаюсь объяснить все эти секреты, и тогда вы сможете почувствовать что-то. И вот сва-татва — это наша собственная татва, ее мы часто неправильно понимаем. Пара-татва — абсолютная татва, садья-садан-татва, Шрила Прабхупад говорит. Садья садан татва. Когда виворта неправильное представление, что нет, и вот сейчас до сегодняшнего дня вы не обретаете вкуса к харинаму даже, а пытаетесь думать, что вы гопи, это же глупость. Что это? Садья-садан-татва. Садья значит сатья. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, если есть какое-то неправильное представление о садан-садья-татве, то джива становится сахаджи или падшей душой. Без Шрилы Прабхупады, без Шрилы Бхактивинода Тхакура я не хочу ни единого слова говорить. Я хочу говорить то, о чем сказал Шрила Прабхупад и Бхактивинода Тхакура. Если кто-то будет нападать на меня, то это их привилегия, они могут прийти и как-то возмущаться. И если есть у них такая смелость, то пускай приходят. Но будьте уверены, что я не буду говорить ничего из своего личного, только то, что услышал от Гуру Варги. И вот вироти вишой, то, что негативное поле баджана, как если у нас нет представления о тьме, то мы не сможем понять полную славу света. И вот чтобы совершать баджан, два представления у нас должны быть: о негативном, о майе, о крипе, о милости. И мы все это должны понять. Если у нас нет представления о тьме, то мы не сможем понять славу света полностью, поскольку у нас нет представления о тьме. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, у нас должно быть об этих идею о позитивном и о негативном. Благодаря этой негативным, если мы поймем негативное, это поможет нам получить помощь позитивного. А поскольку если мы не поймем негативного, то на пути баджана мы можем попасть в эту негативную майю, и это станет причиной нашего падения. Поэтому лучше подготовиться и узнать об этом подробнее. И также, я думаю, если я совершаю Рагануга Баджана, это хорошо, не негативное, но если у нас нет представления о том, когда и как начинать Рагануга Баджан, как совершать его, Виротхи Вишой, что такое, что это, что негативное в адрес нашего баджана, и если вы, например, причиняете боль так называемым преданным, может, они, он или она, они еще не сиддха-махатма, а просто что-то пытаются сделать,
но все равно, если мы причиняем боль, то совершенство в баджане не получим. И если вы плохо относитесь к каким-то людям, а если вы ругаете кого-то, причиняете боль своими словами без какой-то причины, то это тоже будет препятствием на пути вашего баджана, и поэтому вы должны подумать, как вы развили такие негативные эти идеи, почему вы теряете ваш баджан, почему вы не чувствуете вдохновения, не повторяется харинам, почему это невозможно. И вот даже мы не можем неправильно вести себя, плохо вести с кем-то, может, татву сиданту не можем говорить с ними, но для никого. Но или какую-то неправильную сиданту, если мы узнали от какого-то ачарьи, то будьте уверены, мы должны оставить это без остатка и принять позитивную, совершенную сиданту. Иначе это практически невозможно для вас совершать харибаджан. Даже харибаджан не можем совершать, что говорить о рага-баджане. Брешобхану шутадайтану чарам чаранасвитарайну дарастамахам Махатадбута павана шокти падам Пранамами шада Прабхупаду падам Пранамами шада Прабхупаду падам Пранамами шада Прабхупаду падам Ванча калпаду васики басинди бавича патитану павана вишна бьё нама.